Ну вот настал тот день, когда я приехала в МФЦ снимать обременение с моей новой жилплощади. Всем доброго! Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. Кстати говоря, для этой процедуры достаточно позвонить в МФЦ около 9 утра, и вас запишут на этот же день. Нас записали на 2 часа дня. Ну что хочу сказать. Процедура завершилась очень быстро. Мы подошли к окошечку. Продавец написал заявление о снятии обременения. И мне сказали, что через 3 рабочих дня обременение будет снято. Если мне нужна выписка, стоит она около 2000, я прихожу после 3 февраля и заказываю новую выписку из ЕГРН. Кстати говоря, риэлтор сказала, что вообще-то раньше было не так. Можно было все сделать сразу. Не знаю, что изменилось. Но на сегодняшний день именно так. А мы сейчас с дочкой встретимся и поедем в нашу новую комнату. Посмотрим, что нас ждет там. Конечно, все снимем. Куча ключей. Это вот от дома. Вот это, выйди от комнаты, от секции и от домофона. А вот этот она не помнит от чего. Ну, будем разбираться. Едем. Ну что, ребята. Вот этот район. Вот 3 дома. 1, 2, 3 общежития. Наш средний. Жду Иришку. Идем в нашу комнату. На улице ветер. Хотела тут поснимать, но не буду. Потому что все равно ветер, и все равно будет ничего не слышно. Вот это, кстати, художественная школа. С этой стороны и между теми домами тоже. Ой, ветер, не буду я снимать, смысла никакого нет. Нашла закуток, где ветра нет. Вот так выглядят эти дома. Но это первый дом, наш дом второй. Хотела зайти в магазин, но все магазины на другой стороне улицы Рылеева. А тут это надо туда дальше идти, вперед. Ну, туда. Но ветер с той стороны. А я гуляю, жду Иришку. Сейчас она придет и пойдем. Жду-жду Иришку. Гулять холодно. Наконец идет Иришка. Ура, мы сейчас пойдем греться. Ура! Ну да. Так, ну тазик с тряпочкой, с перчатками и с жидким мылом бонусом. Телевизор работает, правда, он такой, ну, старого типа. Ну, пусть будет. Батарея огнянная? Батарея огнянная, да. Вот это тоже они оставили. Вот. Ну, а это наш вид из окна 6-го этажа. Кстати,
Кстати, я не люблю, когда окна во двор. Я люблю, чтобы было видно улицу, людей, которые ходят. Это моя слабость, и не только моя. Как риэлторы любят делать окно. И так работает. Ты правильно делаешь. Ну что, составляем список, чего нам нужно сейчас, прям вот сейчас. Так, ну мы кое-что начали уже покупать. Иришка вон шторку уже примеряет. Вот. В общем, на сегодня мы видео закончим. Мы еще только начали обустраивать жилище. Еще не все распаковали, что купили. Вот, о том, что будет дальше происходить в этом помещении и что тут есть еще, расскажу в следующий раз. Эх, еще вчера вечером мы снимали наше посещение комнаты, как мы устали, а сегодня все тает, солнышко, красотища в городе, погода супер, классное завершение ролика, правда?